Добрый день, дорогие друзья, с вами Вячеслав Кипкаев, и это блог, о чем говорить не знаю, но все же говорю. Итак, друзья, сегодня я вам покажу балаклаву. Балаклава — это, ну, наверное, пригород Севастополя, километров 13 от Севастополя. Сейчас я приехал, забрался на гору, здесь вот крепость вот такая вот. Покажу вам набережную. Сегодня погода солнечная в Крыму, хотя выпал снег, вот вчера было ноль, вернее не ноль было, а минус даже два вечером было, но сейчас от ноля до одного градуса минус, скажем так. Ветер холодный такой, ну не сильный, ну в принципе солнечно, так-то тепло, вот. Ну давайте посмотрим, покажу я вам набережную, пройдемся мы сегодня с вами по набережной, посмотрим. Людей не так много. Заберемся на гору, посмотрим, что там. Интересно, какие крепости наверху стоят. Ну, что я хочу сказать. Балаклава, да, основали его греки. Есть такой писатель Куприн, который посвятил Крыму и в частности Балаклаве целую книгу, где он описывал о том жизнь, ну, балаклавцев, греков, рыбаков. Вот. Также описана Балаклава в такой книге, большой, даже не роман, а книга, повесть историческая. Это «Севастопольская страда». Она мне попала, эта книга, наверное, лет в 13, такая толстая, историческая. Вот. Там все было про Крымскую войну, и в частности было описано и Балаклава. И вот сейчас я нахожусь на горе. Сейчас проберемся ко второй крепости, и там я сверху уже все поснимаю. Ну все, смотрим.